Всем привет! Очередная распаковка. Здесь много посылок. Мы их сейчас по традиции, как обычно, распакуем все, посмотрим. И если что-то будет достойно нашего внимания, то оно выйдет отдельным видео, более детальное описание. Ссылки, все, практически все товары я покупал по распродажам со скидками, поэтому все ссылки будут в описании к видео. Ух ты, это уже с GearBest, я недавно это заказал. Так, давайте посмотрим. Итак, давайте приступим. Вроде бы все я открыл. Много, как бы, есть товары, парочка, которые уже были у нас. Есть много, которых не было. Вот, и которые, вот, допустим, например, вот это вот телефон. Он будет достоин отдельного внимания. Мы сейчас его распакуем, посмотрим. А дальше я уже сниму про него отдельное видео. Итак, смотрим. Это какая-то простилка или наволочка. Не знаю, это товары из One Dollar. То ли платок. Сразу примагнитился к руке. Он такой вот прозрачный платок. Ну, прикольный платочек. Это типа шарфика. Вот такой желтенький, яркий. Вот, откладываем. То есть я не знаю, что о нем рассказывать. Откладываем слева. Это у нас уже было, поэтому сразу откладываем. Стопак, я их уже купил много, поэтому откладываем. Тоже пожмаканный, дополнительный пакет положили. Ну, вроде бы все на месте. Далее, вот эти вот тряпочки. А это, по-моему, с JD покупалось. Да, с JD. Давайте посмотрим на них. Для автомобиля, в автомобиль... Для мытья автомобиля. Такое полотенечко хорошее. И я думаю, оно подойдет для кухни. Вот здесь у нас какой-то мусор на нем. Вот два полотенечка я взял. Вот такие они прикольные. Будем пользоваться. Впитала сразу. Еще один тест. Сразу впитала. Далее, далее, вот это вот мне интересно, что это такое маленькое здесь. Аж в трех таких пакетиках. Вот. Давайте будем смотреть. Так, ага, это тоже из JD посылки, и это вот стикеры, такие вот значки на грудь, то есть можно их цеплять, видите, с героями разными. Давайте, ладно, давайте сейчас я их все выложу. Так, где вторые? Я набрал набор целый. Вот. Я так понимаю, сверху вот это вот пластиковое, чтобы не поцарапалось, я их набрал несколько штук. Ссылка будет в описании. На JD я взял. Вот крестный отец, Гагарин. И, по-моему, я брал еще Эйнштейна. Но его я здесь не вижу. Было всего три штучки. Итак, все сделано из такого пластика прикольного. Это, я так понимаю, вот эти вот двое, это из трое, да? Вот, ну и давайте теперь посмотрим,
какой вот этот вот, допустим, значок один. Давайте попробуем отодрать у него эту штуку, защитную пленочку, если она отдирается. Да, отдирается, и вот так она выглядит. Значок. Можно прицепить его. Сделано из пластика. Ну, так они все блестят. То есть пока я обдирать их не буду, потому что я думаю, их, может, кому-нибудь буду подарю. Вот. Ну, почему-то я, по-моему, заказывал еще Эйнштейна. Я проверю, но его здесь нет. Ой. Вот, значочки. Значочки очень прикольные. Вот такой набор значков. Это магазин JD. Ссылка будет в описании. Так, откладываем. Далее. Далее давайте вот это посмотрим. Что это? Это тамагочи. Не буду разрывать ножом. Открою так. Тамагочи. У меня есть племянница небольшая, маленькая. И она не знает, что такое тамагочи. Мы как-то речь зашла. И я купил одного попробовать ей вручную. Ну, давайте откроем. 168 в одном. Время можно установить. В общем, что-то тут клацается. Резет. Сброс. Ну, все работает. Made in China. Вот такой вот тамагочи. Давайте обратно засуну, если засунется. Да, и потом уже вручу. Пусть разбирается. Инструкция есть. Далее. Далее вот такой вот. Это тоже, по-моему, GearBest. Under $1 пакет на защелке. Вот так он закручивается, то есть имеем три защелочки, то есть сложим сюда телефон, там еще что-нибудь, деньги можно положить и так далее. Раз, два, три, защелкнули и еще вот так закрыли, и по идее он не должен промокать. Вот такая идет. И можно повесить на шею или куда-нибудь себе еще. Ну, прикольная штука. Вот, единственное, что я думаю, что оно быстро лопнет, такой материал. Ну, хотя, может, на время какое-то хватит его. Вот. На один сезон пляжный. Вот такой вот. Так, далее. Адаптер. У меня забрал один друг мой, и мне нужен адаптер, потому что я тут планирую к монитору подключить TV-бокс. Вот, и поэтому я заказал еще один. Был уже у нас, поэтому заострять внимание на нем не будем. Откладываем. Далее, вот в таких вот коробочках. Что это у нас? Ага, это фонарики. Маленькие фонарики. Вот такие, U-Torch или как-то так. А, U-King. Вот, были уже у нас в обзорах неоднократно. Здесь у нас... Вот такого вот значка я вроде не видел на прошлых. Может, они закрыты были вот этой штучкой. Ну, такие маленькие фонарики, прикольные. С от одной батарейки 3А работают, светят неплохо. Ну, как, относительно неплохо. Поэтому вполне имеют место быть. Купил на подарки, на презенты можно как бы вручать. Так, 4 штуки я купил, откладываем. Далее, вот такой вот держатель для телефонов более-менее подойдет. То есть, вот. За $1 так свои деньги отработала, в принципе, что отломалась. Здесь металлическая идет. Металлическая, и можно одевать, снимать, не нужно откручивать постоянно. Вот, одели, сняли, если нужно. Откладываем. Тоже хорошая вещь, но может быть недолговечной. Далее. Флешечка. Флешечка на 32 гигабайта. Я не помню. По-моему, Storm Top. Это точно Storm Top. Металлическая такая, прикольная. Вот. Давайте ее распакуем, посмотрим. Круто она выглядит, конечно, такая.
информацию по скорости чтения записи через выложу на экране будет. И ссылка на информацию по чтению записи будет в описании. Далее, оксиметр, пульс оксиметр. Ну, взял попробовать, я честно недопонимаю, что это такое, но решил взять попробовать. Так. Вот так. Так, и батарейки. Батарейки 2 мини-пальчиковые нужно, сейчас найдем. Обзавелся батарейками новыми, Xiaomi 2 пачки купил специально для обзоров, как и обещал. Чтобы не было казусов, как с роботом, что я в него вставил плохие батарейки и думал, что он не работает. Ну, давайте проверим, как он включается. Или я неправильно батарейки вставил. Плюс-минус, неправильно вставил. Вот, оксиметр. Давайте вот так, чтобы было удобней. Спот. Я не знаю, что это за данные. SP0296, BPM73. А, это, я так понимаю, пульс. А ну давайте на Mi Band посмотрим. Поднимем. Так. Ну, это нормальный пульс у меня. 78, тут 76. И 78. Что-то я, видать, занервничал. 82, 83. Вот. Ну, прикольная штука. Я не знаю, насколько она правдивая, насколько этот. Ну, будем тестировать, будем испытывать. Вот, прикольная штука. Ага, видите, включением-выключением можно поменять направление отображения. Ага, и вот так можно. Здесь, я так понимаю, много режимов. Вот такое есть. Ой. Потерял мой пальчик. И опять этот. И длинное нажатие, наверное, выключить. Нет? Как же его выключить? Он сам выключается, если нету пальца. То есть сняли, и он через время тухнет, если не обнаружает, не находит, с чего брать информацию. Вот, убираем. Все, и он потух. Несколько секунд. Ну, прикольная штука. Буду с ней разбираться, смотреть инструкцию, что работает, что-то показывает. Вот. Часто бывает со скидкой. Далее. Далее, Violet. Алекс Хекс, привет тебе. Вот, помнишь, мы с тобой обсуждали, и ты писал в поддержку, и тебе написали, что Violet больше нету, есть только Gecko или Catboy. Вот, я купил опять Violet, и у меня уже получается третья Violet, но она немножко другого цвета, такая более бордовая. Тот был более красный цвет, а этот более бордовый. Но все остальное то же самое, то есть съемные крылья. Полностью все то же самое, только... А, ну, Violet снимается, все. А, здесь была круглая Violet. То есть, немножко, в общем, другая модель, а так то же самое. Хотелось все-таки Catboy. Тебе написали, что Violet нету больше, ты хотел Violet. Вот у меня есть Violet, если тебе надо, поменяемся. Что это у нас? Это фартук. Фартук, у меня есть фартук, я в нем готовлю блинчики. Вот, а он немножко уже старенький, и поэтому был куплен вот этот новый фартук. Вот так выглядит. Такое здесь мешковина вот, а это такой материал тоже, ну, как бы более тонкий, а здесь такой более плотная мешковина. Вот, ну и давайте я сейчас сменю ракурс, померяю на себе. Вот так это выглядит на мне. Карманчик здесь. Вот, но он получается за счет вот этой лямки шейной, она короткая, и он получается высоко поднят. Мне бы немного ниже, но хотя и так нормально будет. Далее, вот такая вот коробочка Sweet Love. А в ней вот такие вот три цветочка. Они как из пластика сделаны.
и очень-очень пахнут, так ароматно пахнут какими-то духами. Такой небольшой презент с любовью. На 14 февраля можно презентовать своим любимым, как маленький презентик такой. Далее. Вот такая вот головоломка. У меня была она такая вот, но немножко меньше размера, а это вот больше. Так, где у нас потерялся он? Наш шарик. Все. Упал туда и... где-то он там примагнитился. Вот, все, отмагнитился. Но где он? В лабиринте там. Выпади из какой-нибудь дырочки. Смысл кубика в чем? То есть шарик выпадает только в одном месте, то есть изнутри кубика, вот только вот здесь. Вот, и нам нужно по граням, то есть мы сейчас вот сверху, и нам нужно его довести, тут слабо видно, но есть стрелочки на каждой грани. Вот есть стрелочка, то есть нам нужно шарик довести сюда, и он упадет на эту грань. Потом его провести по всему полю, и где у нас следующий выход? Вот, следующий выход, вот стрелочка. Вот, то есть, ну, смотрите, вот так вот, в общем. Вот, мы сюда упали, упали сюда, упали сюда. Ой. Вот, упали на эту грань. Теперь, вот, и если мы попадаем вот как в дырочку, то кубик получается в ловушке, и выпасть он может только в одном месте, в самом начале. То есть вот здесь. Вот. Вот он выпал здесь. Вот. Поэтому вот такая вот головоломка. То есть надо пройти по всем граням по очереди. Ну, классная головоломка. В общем, такая вот прикольная головоломка. Она идет в такой вот коробочке. Вот это тоже under $1. Вот. И две посылочки у нас осталось. Это губка для мойки типа... посуды или чего-то там, оттирание такая, с наждаком она идет, то есть губка с наждаком, реально наждак, причем такой тройка, наверное. В общем, снаружи губка пропитана наждаком, наждачной, ну как сделано, то есть какая-то абразив добавлен, или знаете как это, может быть какую-то краску специально нанесли, она засохла и сама губка стала как абразив снаружи. Вот. Ну или специальный абразив добавили, я не знаю. Хотя, наверное, абразив, потому что что-то в руках остается черненькое. Вот, ну взял попробовать. Да, сыпется что-то с него, то есть это каким-то обработано каким-то абразивом губка, то есть для отмывания посуды, там залипшей сильно. Вот. А вот здесь на картинке... здесь на картинке человек нож на него точит, нож. Или это он вытирает нож об него. Ну как будто точит. Вот. Ну ладно, откладываем. То есть и последнее давайте уже распакуем. И отдельно я потом сниму об этом, об этой, об более детальное видео сделаю о этом телефоне. Телефон спиннер. Давайте посмотрим, что внутри идет. Внутри у нас идет зарядка и все, и user manual. Вот, ну и давайте посмотрим сам спиннер. Телефон. Прикольный маленький телефончик. Динамик. Крышка не снимается? Нет, не снимается, наверное. А где же симку вставить? Или снимается? Так. Да, снимается вот эта вот часть. Две симочки здесь. А ну, а нижняя не открывается? Нет, нижняя не открывается. То есть до батареи не добраться. Ну, давайте проверим, включается он или нет. Нет, полностью вообще не включается. Поэтому уже мы его зарядим. И потом более детально я сниму видео, обзорчик на этот телефончик.
Ну и на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!